Так, ребята, чтобы было понятно, Косогор, надо зайти сбоку. Вот такую преодолеваем бяку. Зимой было еще хуже. Ладно, поехали дальше. Вот так вот, моя хорошая. Так. Так, эту палку можно, знаете, что сделать? Это прям халява. Еще одну. Вот так вот для нашего. Так. Ну вот. Альф. Так. Отбрасываем. Так. Отматываем. Канистру берем. Так, бутылка. Бутылку возьмем. Так, так, так. Сейчас по первой бутылке сразу видно будет. Сразу будет видно. Так. Цепляем здесеньки. Вот так вот. Так, берем это. Так, вот люди. Выкладываем. Дрель. Все, можно. Можно идти. Где там наша первая? Соска. Где наша? Вот она сейчас наша. Первая соска. Ну вот. Маленько потеплело. Маленько пошел сок. Так, что нам нужно для этого? Ну, во-первых, попробовать его. Вкусную банку. Где вкусный сок? Мы возьмем домой. Оставим. Пока оставим это. Что там тащить его в гору? Пойдемте посмотрим бутылки. Бутылки, банки. Банки. Так. Вон еще две там справа. Ну что нам это дерево подарит? Так. Так, что это нам подарит? Ну что? Три баночки здесь. И скажу вам, будем сейчас смотреть. Так, разгребаем. Вот это да, помалу. Так, сок. Неважно, идет. Ладно. Что есть, то есть. Нам не надо 900. 2 по 200 и 500. Что-то не идет. Ну ладно. Будем надеяться, что пойдет. Сейчас я буду солью. Я не думаю, что он кончился, сок. Ему еще идти и идти. Ему еще идти. Так, есть. Попробуем этот. Теплый, не сильно, не сладкий. В работу. Ты смотри, сегодня думал много. Все-таки уже
Песок теплый. Вот так обычно так вот было. Я аж через край лились. Обычно аж через край лилось. Ну ладно. Не спеша. После морозов не хочет быстро восстанавливаться. Ладно, сейчас. Вот так вот, сейчас восстановлю, все. Пускай пишет. Ребята, что две трубки, поверьте мне, эти 4-6 дырочек по сравнению с тем, что рубят пилами, пилят точнее, рубят топорами. Это, ну, поверьте мне, это настолько режим щадящий, что даже говорить не хочу. Я очень долго собираю сок. Я видел эти бедные березы, которые кровоточат. Понимаете, годами кровоточат, годами. То есть не льется и льется, льется. Каждую весну нету никого уже. А сок сам по себе бежит и бежит. Она плачет. Подходишь, смотришь, думаешь, чтоб у тебя руки, черт ты. Подлый. Чужое. Как-то у нас не как к своему. А здесь я каждый год вот собираю свой колец здесь, с этого места. Эти дырочки буквально. Если мне здесь не понравится, я что сделаю? Я возьму просто деревянный вон. Вот веточку взял, ребят. Обломил. Вот. Аккуратненько. Вставил. И понимаете что? Вставил и все. И сок перестает, то есть дерево ни заразы, ну, в смысле, ни ранка, ни, ничего. Моментом. Просто моментом она перестает болеть. А вообще-то, когда кончается сок, просто эти дырочки просто перестают существовать. И все. Даже следов не видно, представляете? Даже следов не видно. Ну ладно. Как говорится здесь, что были, собрали. Пойдемте дальше. Приходится маскировать. Ну, здесь еще две бутылочки. Пойдемте. Посмотрим. Потом ту заберем. Как всегда, начинаем с дальней. Чтобы тащить. Не от машины, а к машине. Ну или к снегоходу. Так. Что у нас здесь? А это. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Не хочет она давать пока ничего. Ну и ладно. Маленько дала. Не нравится мне это. Дает помалу. Не знаю, в чем дело. Сейчас покажу, как. Ну вот. Чтобы она не болела, если я не хочу. Разлюбил эту дырку я. Вот берете палочку. Да нет, идет сок. Видимо, холодно было. Ладно, поставлю здесь же. Не буду мудрить. Ладно. Вот так. Не будем мудрить. Оставим здесь же. А так вот я уже вот приготовил палочку, показывал вам. Видели, наверное, да? Вот берете палочку. Вот видите, как ставили ее, как чопик. Ну, даже я даже не могу. Можно обломить, можно не обламывать. То есть не столь это важно. Ну, что-то вроде пошел сок. Дай бог. Нам-то что? Нам не цель. Нам цель набрать сок. Так, пойдемте к верхней. Ой. Здесь надо поднимать повыше, потому что наклон кверху будет. Ну, пойдем в гору. Ой, вон куда же идти. Надо. В следующий раз буду ставить не снизу вверх, а чтобы идти сверху вниз. Ну, все. Теперь собака позволяет это делать. Куда хочешь, дай поехал.
Вот так вот. Ой. Так что надо думать, уже я здоровье. Ну ничего, раньше-то, представляете, все вытаскивать до озона, тащить на себе. А здесь сел и поехал, так что не надо. О, спинка моя, спинка. Фу, вон что там. Спинка моя, спинка. Так, эту я возьму бутылку. Просто это я возьму с собой, рюкзак, а эту поставлю. По ней сразу видно, сколько будет сока. Ведь я уже примерно видел, что будет сока средний. Будет сока средний. Средний. Так, закрываем. Так, сейчас надо смотреться по клещам. Они лезут. Быстро черти лезут. Не успеешь. Не успеешь. Я видел, как он. Ничего. Я хорошо побрызгался от клещей. Поэтому более-менее. Ну что, так. 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 Это я оставляю. Оставляем. Так. Оставляем. Теперь берем 10. Ну, надеюсь, хватит. Так. Все. Так, пошел. Еще 2 надо собрать. Так. Картинка. Это вот я с прошлого раза, когда собирал 2-литровые, 2,5 литра, 2,5 литра бутылки из-под пива. Вот, это я сейчас покажу еще. Это вот в том году, не в том, в том году я собирал уже. Вот, в том году. Раньше делал вот так. То есть вставлял трубочки, вон она, все это. Ну, вот, это дожди, это уже. Вот, и ставил бутылки. Вот, ну, эффективность, конечно, выше 5-литровая. Вот, пожалуйста. То есть оно с нее ничего не бежит, понимаете? Оно перестает бежать и там зарастает моментом. То есть настолько все умно в природе. Так, что у нас здесь, дорогие мои? Ну, здесь слезы. Так. Здесь у нас вообще хоть не бери. Ладно. Сливаем. Ладно, Тюша. Здесь еще не прогрелась здесь земля как следует. Там-то солнечный косогор. Ну, что-то. Ладно, посмотрим, как стабильное, когда тепло будет. Если плохо, значит, будем думать дальше. Трубочку вставляем. Вот так вот. Трубочку вставляем. И, дорогие мои, забываем. Так, ну еще одна там осталась. И все. Так что не так уж и много. Не так уж и много. Но все равно приятно. Вот надо там будет ставить, не надо будет там. И чтобы собака стояла внизу. Или в горизонте. Надо разведать новые места. А куда пошел? Вон же щага это. Вон на дерево-то. А тут одно и второе. Здорово. Хо-хо-хо. Прямо готовое. Ну ладно. Дверь осталась там. Вон она стоит, собачка. Дверь стоит там, поэтому вот хороший берез. Раз, что-то, все, сюда переходим. Чепиками забью все аккуратненько. И безболезненно. И безболезненно. Нету сока еще пока. Нету. Ладно, слушайте. Пускай будет так. На прошлые разы вот 4 банки полные были, одна с собой бутылка. Ладно, будем думать, что просто еще холодно было. Посмотрим. Проблема. Надо оттуда бутылки сюда переносить. Вот так вот, так. Вот так. Вот так. Нет. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Ну ладно. Попить взяли.
сокоса попить, полечиться. Так что сюда надо заезжать, вот там переезд, я там езжу постоянно. Так, все, сейчас смотрим клещей, выходим. И поехали. На рукавах клещей нету. Хорошо, костюм же специальный. Клеща видно, он как черная, как точка, как горит на этом песочном. Но люди продумывают. Люди продумывают, не дураки. Так будем говорить. Так, смотрим клещиков. Клещиков смотрим. Так, что у нас там? Пятнышко, малейшее пятнышко, сразу видно. Это вода. Так, там нормально. Нет, я еще давал ни одного клеща пока. Так, можно заправиться. Так, ну и все, поехали. Не хотит нам много давать, и не надо. Еще литров. Ну, литров 10 есть, поставим 10 литров. Квас, конечно, сегодня сокрошку делали. Я скажу, что это вкуснятина. Неописуемая. Неописуемая вкуснятина. Резкий, вкусный. Так, это я одеваю на себя. А это я сейчас. Ух ты, хорошенькая. Литров 10 есть. Это здесь. Козявишна. Так. И козявишна вот так. Так. Здесь. Ну и вот это вот. Козявишна так. И вот сюда. Так, братцы, одеваем это. Так что, представляете, сначала натаскаться здесь, а потом еще и с этим соком хреначить еще почти туда, почти 2 километра по буеракам по этим, да. Вот вам и весь ответ на ваш вопрос, а стоит ли? Нет, стоит, господа. А чем-то выделки стоит. Ух ты! Главное-то, вот стёрлышко, мизерное стёрлышко, мизерное стёрлышко. То есть дереву практически ничего, ничего не вредит. Самая веселая. Ты мой маленький. Ай, мой. Вот такие. Ай. Чё? Лучше здесь. Вот, чтоб понятно было. А то так спереди не видно. Ясно, да, какой приходится. А раньше вот там тропинка была. Ну, снегом завалили. Что сделаешь? Что сделаешь? Ну, одной рукой. Ты мой сладкий. Умница мой. О! Вот такой у меня конь. Летает. Ух ты, какая грязь-то. Ой. Ой, грязюка какая. Ой, мой хороший. Поехали быстрее домой. Поехали быстрее домой. Ух-ух-ух. Вот там я проезжал. Вот там, вот тропинка. Ну, видите, сколько снега.